Всем привет, друзья! С вами я, Макс. И сегодня это не очень такое подходящее видео для моего видео, для моего канала. Просто я хотел рассказать, как я чуть два раза не умер. И что у меня умер кот. Первый случай произошел, и я попросил папу пострелять с нее. Ну, папа разрешил. И я нажал на курок, и мне сильно отдало в лоб. У меня была огромная шишка. Я тогда чуть не потерял сознание. У меня зазвенело в ушах. Но все обошлось. Второй случай, у меня умер кот. Ну, у меня, конечно, появился новый, но тишку не заменить. Вот, просыпаюсь я утром, выхожу, здороваюсь со своим дедушкой, бабушкой, смотрю, а у меня кот мертвый. Лежит. Я тогда даже плакал. Ну и третий случай. Я гулял у друга. У него есть собака, овчарка. И она меня чуть не разорвала. Это было недавно, дня три назад. И не знаю, что мне так не везет и везет одновременно. Еще не, у меня еще есть третий случай, когда я чуть не умер. Я просто бабушка меня попросила принести ей там какой-то ингредиент. Я побежал, споткнулся и упал об порог. А порог был каменным. Я стукнулся в области виска. Тогда я чуть не откинул коньки. Но это все тоже обошлось. Ну ладно. Кому? Не знаю, если кому есть кто, кому понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь. А с вами был я, Макс. Всем спасибо. Всем пока.